Привет! С вами Дмитрий Урсул. Хочу представить вам серию видеокурсов «Микс-обзор», в которых я покажу вам свои проекты с ведением мастеринга композиций в различных жанрах, от рока до танцевальных стилей. Подробно разберу обработку всех партий микса, расскажу об интересных приемах по работе с различными плагинами и многое другое. В третьем выпуске мы рассмотрим проект сведения и мастеринга композиции, с которой наши артисты представляли Россию на юношеском конкурсе Евровидения в 2019 году в Польше. Вы узнаете, как работать с большим количеством вокальных партий, как сводить электронную ритм-секцию с живыми гитарами и клавишными, как работать с автоматизацией и динамической эквализацией, а также узнаете о STEM-мастеринге и его преимуществах. Если вы хотите узнать новые приемы и техники, дополнить свои знания по сведению и мастерингу, или же просто взглянуть на привычный процесс обработки звука под другим углом, серия курсов «Микс-обзор» — то, что вам нужно. Не ждите и приступайте к изучению уже сегодня.